раз присутствует много гостей, они также будут прославлять Господа пениями, стихотворениями. И я хотел бы сюда пригласить нашего дорогого брата Михаила. Приветствую, дорогие братья и сестры. И рад быть у вас в церкви в сегодняшний праздничный день. Хочу поздравить вас с праздником жатвы. Вы знаете, помните прошлый год жатву? Да. Кто помнит? А помните, что я был у вас на жатве? А помните, о чем я проповедовал? Пожалуйста, да. Я, знаете, ну и я тогда говорил, что ключевое слово, наверное, для праздника жатвы, это слово благодарение. Что мы должны благодарить Господа за все. И мы пели, что великий Бог, когда на мир смотрю я, то мы поражаемся, мы удивляемся. И, конечно, слова благодарности сегодня, наверное, ключевые. Должны звучать Богу за все, что Он нам дал в нашей жизни, за то, что, как Он нас благословил. Но поскольку я в прошлом году на жатву проповедовал о благодарности, то сегодня я немножко хочу говорить о другом. Вы знаете, Иисус Христос в 13 главе Евангелия от Матфея, Он, обращаясь к народу, Он много, помните, что написано в 13 главе? Притчи, да, Иисус Христос говорит о том, что вышел сеятель сеять. Он говорит о различных почвах. И там еще несколько притч были. Эти притчи не о сельском хозяйстве, не о том, как вырастить урожай, а о чем-то большем. И когда ученики его спросили, объясни нам притчу о плевелах, и он говорит, и он тогда сказал, объяснял, кто есть сеятель, кто этот, кто приходит и сеет плевелы. И Иисус Христос говорит такие слова. Жатва есть кончина ветра. Жатва же есть кончина ветра. То есть я сегодня немножко хотел бы поговорить о днях последних и о том, что нам нужно, чем нам запастись нужно, что нам, какие запасы нам нужно делать в дни последние. Не только запасы продуктов, не только закатать банки, не только погреба наполнить, но что-то еще не последнее нам сделать запасы. Кто-то может сказать, а почему последние дни? Последнее время все-таки, да? Вы согласны с этим? Знаете, я вчера случайно открываю информационные новости и пишут. И я был поражен, удивлен. Первый официальный случай в Украине при камерах, видео, фото, съемка. Человек в Украине, киевлянин, ему вживили чип в руку. И вот можно рассуждать, последнее время или нет. Но поскольку вы, я думаю, все согласны, что время последнее, я хочу прочитать текст Священного Писания, записанный в втором послании Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Последние дни наступят времена тяжкие. Возникает вопрос, а раньше что, были времена легкие? Как вы считаете, вы многие в разные возраста. Раньше легче было или сейчас легче? Почему есть предупреждение, что в последние дни настанут времена тяжкие? Знаете, многие, ну тут можно спорить, лучше было, хуже, знаете, многие ностальгируют о прошлом, о Советском Союзе, о колбасе под 2.20, вспоминают с ностальгией, говорят, вот это было время. Но знаете, время это ушло, оно не вернется, забудьте про эту колбасу, забудьте про Советский Союз, тоже он не вернется. Вы знаете, тоже у меня есть тоже ностальгия. Недалеко от вас, в Рогозках, жили мои дедушка и бабушка. Я помню это детство, когда босиком там бегал по этим лугам. Но знаете, бабушка в вечности, дом продали, корова сдохла. Все, прошло. Поэтому
Раньше тоже времена были тяжкие. Но Священное Писание почему-то говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие. А чем же характерна тяжесть последнего времени? Почему говорится о последнем времени? Знаете, такие ключевые ориентиры, что время последнее в Священном Писании. Первый такой. Распространение Писания. Есть такой ориентир, когда будет проповедано Писание по всей Вселенной, по всей Земле, и тогда придет конец. Второй ориентир – это Израиль. Мы видим, что Израиль собирается, и говорят, вот у нас после войны, ну, во время, ну, вот идет война на Донбассе, и говорят, евреи массово, они по-другому не уехали. Но благодаря этой войне почти все евреи из Донбасса уехали в Израиль. Это второй ориентир. И вот третий ориентир. Последние времена настанут времена тяжкие. Чем это будет характерно? Еще третий ориентир. Дальше написано. Ибо люди будут. Что-то будет происходить с людьми. Третий ориентир последнего времени, что что-то произойдет с людьми, что-то в людях изменится. И мы читаем, что же будет происходить с людьми. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели Бога любивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Характеристика, видите, какая перечислена. И посмотрите, и вроде бы и грехи такие. Ну, не совсем, чтобы, ну, не написано убийца, да, не будут убийцы, ну, еще какие-то злодеи какие-то, ну, так вот, вроде бы, ну, гордый, ну, самолюбивый, ну, сребролюбивый, ну, деньги любит, ну, а кто не любит, да, ну, давайте так честно, ну, что, не любим? Любим. Неблагодарный, ну, так, вроде бы и грехи такие, вроде бы как. Ну так себе, да? И я так начал задумываться, ну вот кому мы относим эти слова? Вот кому мы относим эти слова? Вот каким людям? Что люди будут. И я так начал задумываться, я думаю, прежде всего, эти слова мы должны отнести к себе, к верующим людям. Почему? Вы скажете, ну вот это люди мира. Люди мира это, вот они такие. Вы знаете, люди мира этого, они всегда такими были. Они были со времен Каина, вот они такие. А теперь вы посмотрите, почему Священное Писание предупреждает, что тяжесть времен все-таки в людях. Но в каких людях? И мы уже перечислили, здесь пишется. Более напыщены, более сластолюбивы, нежели Бога любили. Вот это более, это что? Они и Бога любят, и Бога любят, и Бога любили, но что-то начинают любить больше. Неверующий человек, он Бога любит. Атеист, он Бога любит? Нет. Они и Бога любили, верующие. Он и Бога любит, но что-то начинает любить больше. Что-то в его жизни начинает превалировать, и он начинает что-то любить больше. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вы знаете, я к вам ехал в Чёрц или в Сновск уже, и решил, что я хочу отречься от своего замка в Швейцарии. Потом подумал и решил, вспомнил, у меня нету замка в Швейцарии. Ну нету. Вы знаете,
То, чего у вас нет, вы от него отречься не можете. А здесь написано, имеющее же вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Значит, что? Сила, что? Сила была, но ее отреклись. Помните, написано в Евангелии Матфея, 24 главе, по причине же умножения беззакония во многих охладеет любовь. Значит, любовь была, и любовь охладела. Поэтому мы видим предупреждение, прежде всего, здесь о последнем времени, прежде всего, предупреждение для нас, для верующих. И еще я хотел бы назвать несколько вещей, поскольку время последнее, время тяжелое, и время, скажем так, для верующих уже финишная черта уже видна. То нужно чем-то запастись на последнее время, сделать запасы. Вы делаете запасы на зиму, да? Закатываете банки, там что-то, холодильники заполняются. И нужно сделать запас. И вот мы благодарны Богу за сегодняшний день за урожай. Но нужно сделать запасы какие-то более важные, чем просто вот закатать банки. Это. Знаете, один дедушка пришел в магазин в Советском Союзе. Приходит в магазин и говорит продавщице: дайте мне 10 вот этих упаковок спичек. 10, а в них 10 коробочек, дайте, ну 100 получается. Говорит, дедуля, говорит, а зачем вам столько спичек? Ну вот зачем? А дед, видно, насмотрелся телевизора, тогда такая тоже проблема была. И он говорит, я посмотрел, и мне сказали по телевизору, что будет ядерная война. Поэтому я решил запастись, сделать запасы на черный день. А продавщица оказалась такая, видно, с юмором, говорит, дедушка, если война ядерная начнется, вам не спички надо, огнетушитель покупайте. Поэтому нужно сделать запасы. На черный день наш народ делает запасы. На черный день, на трудные времена наш народ делает запасы. И поэтому я хочу быстренько сейчас приведу несколько запасов, которые мы должны сделать, и чем мы запастись. Мы должны запастись загодя и впрок. И первое, это прежде всего запастись любовью к Богу. Запастись любовью к Богу. Я уже сказал, во многих охладеет любовь. Поэтому мы должны запастись любовью к Богу. Особенно, когда мы, вы знаете, мы так привыкли, слава Богу за плоды, когда у нас уродило. Слава Богу за здоровье, когда у нас все хорошо. Слава Богу за детей, когда они все в порядке. А когда тяжело, а когда проблема, благодарим ли мы Бога? Когда болезнь? Поэтому прежде всего нужно иметь запас любви к Богу. Помните, как написано в этом? Говорит, даже если виноградная лоза не даст плода, даже если овец не станет загоном, ты все равно я буду благодарить и славить Господа, все равно я буду Ему служить. Вы высвечиваете тексты, да, Писания? Высветите, пожалуйста, текст Писания, сейчас я назову, Даниила 3:16-16, чтобы я не открывал. Вот как Сидрак, Месак и Абеднего стояли перед Навуходоносором. 3:16. Даниила 3:16. И смотрите, и отвечали Сидрак, Месак и Абеднего и сказали: царю Навуходоносору нет нужды нам отвечать тебе на это. Дальше. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Говорит, и от руки. Они верили, что Бог защитит их. И они говорят, Бог избавит. Но если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем,
и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот такую любовь нужно иметь к Богу, что говорит, ты веришь, Бог защитит вас, Бог избавит, Бог все устроит. Говорит, но даже если не так, даже если проблемы, даже если трудности, все равно не отвлечемся, все равно не преклонимся, все равно останемся верными. Следующий запас, который нам нужно сделать, это запас любви к ближнему. Что ближе всего к нам. Самые близкие люди, нам надо запастись. Знаете, как мы в церкви иногда. На меня не так посмотрели, мне не так сказали. Я говорю, все, хлопну дверь, я ушел. Нужно запастись любовью к ближнему. Тот, кто рядом с нами. А тот, кто рядом с нами, мы больше всего его знаем. Мы больше всего общаемся с ним, мы видим все его недостатки. Поэтому нужно запастись и иметь запастись любовью к своему ближнему. Запастись также нужно любовью к истине. Вы знаете, написано в Священном Писании, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Очень много сейчас лжи, которую мы видим и слышим со всех сторон. И нужно понимать, что почему вот такая есть пропаганда, знаете, люди готовы верить во что угодно, в распятых мальчиков, в лохнесское чудовище, в НЛО, во что угодно верят, но не хотят верить истине. Почему? Потому что не познали. Поэтому нужно иметь любовь к истине. И бывает, человеку говоришь истину, нет, зато он тебе расскажет все, что угодно о каких-то пришельцах и еще о чем-то, каких-то сплетнях. Кстати, в притчах сказано, что глупый верит всякому слову. Поэтому нужно верить не всякому слову, а нужно верить Божьему слову. И по Божьему слову, по этой истине, по этой шкале мерить все и сравнивать и смотреть, где истина. Четвертое, предпоследнее. Нужно иметь терпение. Претерпевший же до конца написано, спасется. То есть до какого момента терпеть? До того, пока мне не надоест? Пока с меня не вывели из себя? Или до какого момента терпеть? До какого момента терпеть? Написано, претерпевший же до конца. Терпите, Господь укрепит, если нет сил терпеть, просите долготерпения, чтобы Господь благословил и дал терпение. И последнее, я уже заканчиваю, что нам нужно, это благоразумие. Благоразумие в нашей жизни, в наших поступках. Притча о 10 девах, помните, были 5 разумных, благоразумных и 5 неразумных. Пусть Господь благословит нам, чтобы мы имели все-таки благоразумие в своей жизни и как дойти до конца и дойти до вечности. Это нам очень нужно, иметь благоразумие. Итак, я думаю, что вот эти запасы, запасы любви к Богу, запасы любви к ближнему, любовь к истине, терпение и благоразумие, нужно это иметь. Это нужно иметь. Вот этот запас, прежде всего, запастись им на черный день. А иметь соль, спички, сахар, консервацию, решайте сами, иметь или не иметь. Пусть Господь благословит нас, чтобы запастись мы действительно то, что нужно для вечности. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте склонимся наши колени к Богу.